2 лея. Такова стоимость проезда в маршрутных такси, курсирующих по городу Басарабяска. Данный тариф держится на одном и том же уровне на протяжении 9 лет. Несмотря на то, что за это время уже не раз повышались цены на топливо, запчасти, увеличивались дорожные сборы и повышался размер минимальной заработной платы. Этим аргументировал необходимость повышения стоимости проезда руководитель предприятия АО «Судтранс», выступая на очередном заседании городского совета. Я прихожу сюда не один раз, и, наверное, в последний раз. Впереди у нас зима, мы не можем, постоянно нас проверяет инспекция, мучи и прокуратуры, все не можем даже обеспечить тот заработок, который государство доводит на нас. Мы должны готовить машины к зиме, там зимние скафы и все остальные затраты. Поэтому я буду коротко обращаться еще раз, обращаясь к вам, чтобы все-таки решить данный вопрос, для того, чтобы мы не остались в зиме без транспорта. Согласно отчету, предоставленному Василием Пензарь, при нынешнем тарифе на проезд по городу расходы на содержание транспорта превышают доходы на 3000 леев. Этот факт возмущает водителей маршруток. Мы до 20 мест платили за дорогу 750 леев. Поднялся 1450, 9800, сейчас 4500 за дорогу. Мы против. А билеты еще 2 лея. Содержать эти машины, скат, аккумулятор, одно другое, мы же возим, людей не возим, чтобы было. И если раньше были на 5 минут маршрутка, а сейчас вот я по субботам только мои две маршрутки работают. У меня было такое, вот взять 2 автобуса в Германии, чтобы я подарить мне. А за 2 лея здесь работать, это если в Каушан поднялись 6 километров 500 метров, поднялся 4 лея, а у нас 7 километров 10 метров до ЖД, через эти переезды, и у нас вот в Молдавии только до Бессарабка 2 лея. Какая ежемесячная выручка у вас от пассажироперевозок? Да. За месяц у вас? Дневная выручка. Нет, месячная. Дневная бывает по 450, по 700, смотря сколько машин. В день. Смотря, а мы по 300 с чем-то на заправку оставляем. Только топливо. 300 с чем-то. А скат, все. Вот смотрите, даже справка медицинская, справка, мы платили 18 лет, а сейчас 350 лет. А зарплату какую вы имеете? 450 лет. За месяц? Да. Как отметили советники, прежде чем требовать повышения стоимости за проезд, водителям нужно создать нормальные условия для перевозки пассажиров. Сначала сделайте условия, соблюдайте график, возьмите. Условия, чтобы маршрутки были хорошие, правильно? Ну, как новые или что. Вот вы говорите, можете купить. И сразу же вам подбили на 1 лей. Сразу же сделайте месяц, прокатайтесь и сразу сделайте сессию по ней, чтобы люди видели. Я тебе даю маршрутки работать, не тебе на маршрутку. Вам только дать 1 лей, вы так и останется, то же самое останется. Маршрутки будут забиты, люди не будут залезать. Должен быть порядок. Не везите селедку или кипу в томатном соусе в этого автобуса. Везите людей. Вот сегодня я еду. Примар, в свою очередь, заметил, что если предприятие АО «Судтранс» прекратит свою работу, от этого пострадают не только жители Басарабяски, но и бюджет города. Мы сейчас убиваем, и они закрываются. Что вы с этого, они так вот платят? Благоустройство города, к нам бюджет, подоходный налоговый 20%, к нам бюджет, и вот так далее. Дорожный фонд, который приходит к нам, они его оплачивают, и дорожный фонд они платят больше всех. Не на автомобиле легковой, а маршрутчики, которые сегодня предоставляют нам транспортные услуги. Отсюда и создается дорожный фонд. Они закрываются. И говорю вам наперед, что дорожный фонд на следующий год у нас сразу уменьшается. Горожане по-разному отнеслись к возможному повышению тарифов на проезд. Человеку нужно заработать ежедневно. Он вынужден, потому что цены каждый день растут, цены выше, чем человек получает зарплату. Повышать не надо. Нам и так негде их зарабатывать, даже на поле негде их зарабатывать. Уже и поле закрыли. Мы даже не имеем на хлеб. Вот. Если будут подниматься цены, нет. А почему? Потому что много пенсионеров получают пенсию низкую. Они бедные, не имеют на пропитание, на целый месяц. Это платить газ нужно, свет платить, все. Они даже это не могут платить, потому что пенсия очень низкая. Тариф
везде по Молдове Трилея, а Бессарабка как белая ворона в Молдове. А это Абаклея уже должно быть соответственно, потому что у нас 1 километр, по-моему, идет 48 бань за километр. Сами посчитайте километраж и увидите, что им это не выходит. Во-первых, они все деньги отдают базе на ремонт. Я вам говорю, вы видите, какие страшные маршрутки у нас едут? У людей просто нет денег их ремонтировать. Устраивает ли вас качество перевозки в маршрутках? Сказать правду, средний. Самое тяжелое, это самое, поездка маршрутки утром, потому что все на работу, на базар. После обеда более-менее нормально. Можно поехать в Абаклею, куда там тебе нужно. Не устраивает, потому что, во-первых, за маршрутками не смотрят, не ухаживают. Руководство, их руководство за этим не следит, им все равно. По словам водителей, если городской совет не отреагирует на их просьбу оказывать услуги по перевозке пассажиров, они будут не в полном объеме. Мы не имеем возможности зарабатывать. Хорошо, что жены Виталии высылают деньги, и мы работаем, чтобы выйти на пенсию. А так давно бы уже не работали. Если не повысят тарифы, мы будем работать только в час пик утром, и все. А что делать? Будем сидеть на базе, чтобы стаж шел. Не потому, что мы не хотим работать, а потому, что невозможно. Посмотрите, какие у нас машины. Нам не на что их содержать. Мы берем кредиты в банке на ремонт машин. На заседании совета было предложено частично удовлетворить заявление АО «Судтранс» с тем, чтобы до конца текущего года поднять тариф на проезд по городу до 3 леев. Данное предложение поддержало 9 советников. 1 был против, еще 8 воздержались. Таким образом, тариф остался на прежнем уровне. Всего по городу Басарабяска курсируют 6 маршрутных такси.